7 ноября около 13 часов случай производственного травматизма произошел на секторе Д стадиона. В результате пострадали двое человек. Один с легкой степенью тяжести травм, другой средней тяжести. Значит, была оказана первая медицинская помощь. Пострадавшие доставлены в больницу номер 25 каретой скорой помощи. Значит, им оказаны необходимые медицинские услуги. Значит, состояние на сегодняшний день одного с менее тяжкими повреждениями удовлетворительное, второй находится под неусыпным надзором и присмотром врачей. Значит, работники нашей подрядной организации СМУ-11 из Санкт-Петербурга. Значит, по возрасту один пострадавший 30 лет, второй 33 лет. Значит, по итогам проведения медицинских обследований оба находились в стадии полной трезвости, без присутствия признаков алкогольного либо наркотического опьянения. Остальные комментарии будут после того, когда комиссия, проводящая расследование, подпишет окончательный акт, который будет, я думаю, опубликован, и все заинтересованные лица узнают, что произошло, каким образом, степень вины, степень тяжести и так далее, и так далее.